Сейчас главное все-таки остановить кровопролитие. Более чем востребованы коллективные усилия в интересах скорейшего прекращения огня и стабилизации обстановки на земле. Хотел бы подчеркнуть, Россия готова к координации со всеми конструктивно настроенными партнерами. Мы исходим из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путем переговоров. Их целью должна стать реализация ООНовской формулы двух государств, предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующим в мире и безопасности с Израилем, который, безусловно, мы тоже видим же это, подвергся беспрецедентной по своей жестокости атаки. И, конечно, имеет право на защиту, имеет право на то, чтобы обеспечить свое мирное существование. Нужно озаботиться решением этого вопроса мирными средствами. В данной ситуации, в данном месте, мне кажется, альтернативы просто не существует.